стороны. Машина загружена, поехали! Кажется, я задел сигнализацию, и она сработала. Если акулы нас догонят, прикрой мою задницу. Вперед, все путем. Видишь ли, милая, если они узнают, что их добро похитил я, то они захотят отомстить. А этого мне бы совсем не хотелось. Да ладно, у тебя же есть проводник, так что они в жопе. Доставим оружие твоим людям, а они найдут Брента. Все супер. Они крадут оружие! Манера! Держись рядом, я разберусь. Ну и скорость. Где ты научилась так драться? На улице. И еще аниме много смотрела. В итоге попала в школу для проводников. Манера! Там впереди гранатомет! Сделай что-нибудь! Нет, я расчищу дорогу. Черт, мы чудом отделались. Копы. Спрячемся ненадолго. Мне нужно подзарядиться. Хорошо. Я знаю одно место. Кажется, чисто. Поехали. Вот хрень! Кто выдал им права? Видишь? Вот почему акул никто не крадет! Попробую срезать через парк! Нужно было с самого начала так делать! Для тебя нужно держаться, о да! Так, снова на трассе. Пока все хорошо. Или не очень. Они не отстают. Идеи есть? У меня есть план. Просто нужно точно выбрать момент. Твей, автобус готов? Вижу тебя. Еду. Автобус? Какой автобус? Да ты все предусмотрел. Ну да. Иногда я соображаю. Слушай, а почему я не видел тебя в новостях? Такой мощный проводник должен был стать врагом номер один. Это все Брент, он не дает мне расходиться. Так, конечная станция. Выгружаемся. С меня хватит. Да ладно, мы отлично сработались на улицах. Только представь, как мы сработаемся в койке. Вооружи своих людей и ищи Брента, иначе отрежу тебе кое-что лазером. Ко мне уже обращались люди, которым был нужен твой брат. Пришлю тебе их координаты. Наверняка они что-то знают. О, теперь заговорил как человек. Умеешь удивить. Ха, я же родился и вырос в Техасе. Одного из моих парней, которые искали Брента. Извини, детка, но мне придется отозвать людей. Это слишком опасно. Нет-нет, я его прикрою. Передай своим, что я прикрою всех, кто ищет Брента. Это сработает. Открою и выстрелю, только быстро. Шесть.
Шейн, твой парень еще дышит. Я рад, что у тебя это хорошо получается. Ведь еще одного из моих парней засекли. Я разберусь. Высылай координаты. Давай. Спасла? Слава богу. У меня лишних людей не бывает. Слушай, если твоих ребят засекли, давай это используем. Пусть все идут к гавани, к ресторану Олафа. Я спрячусь на крыше и завалю акул, когда они появятся. Ладно, это можно. Буду ждать за рестораном на грузовике. Когда откроешь огонь, я подберу парней, и мы линяем. Добро пожаловать в мясорубку. Шейн, меня заметили. Веди своих парней. Да, мэм. Заметил. Акулы стреляют только по тебе. Я не против. Всем кости переломать? Да пожалуйста. Твои люди живы? Брента нашли? Ну, кажется, ты их вдохновила. То, как ты тут отжигаешь, ты это что-то. Просто воплощение смерти. Я не чудовище, просто я должна помочь брату. Без него я схожу с ума. Значит, мадам, вам повезло. Один из тех, кого ты спасла, говорит, что кто-то из акул забирал груз в Джорджтауне. Если мы найдем его на записи камер слежения, то сможем выяснить, где они держат Брента. Вот можешь, если захочешь. Значит, ты наконец позволишь моему ковбою проскакать на быке. Быки — это ж самцы. Ну да, неважно. Алло? Промера, привет. Я Дженни, работаю на... вместе с Шейном. Кажется, я должна помочь тебе отыскать одного из главарей акул. По телефону? Через городские камеры. Присылай мне их номера, тогда я смогу найти записи. Я дам координаты места, где его видели. Что? Номера камер? А ты кто вообще? Дженни, я работаю на город. И иногда на Шейна. Код камеры — это почти как QR-код. Его можно сканировать телефоном. Пришли мне его, и тогда я найду записи с этим парнем. Наша программа распознавания лиц такая крутая, что даже страшно. Так, я здесь. Ага, найди камеру. Так, есть. Сканируй код, чтобы я нашла записи. Это он. Следи за ним. Будем вести его от одной камеры к другой. Извини, что не могу сканировать всю систему. На работе это засекут. А что мы ищем? Говорят, у акул есть логово, где они держат пленных. Он приведет нас туда.
А Шейн, что у тебя с ним? Ну, ты ищешь брата, а мне нужно было кое-что другое. И теперь, когда звонит Шейн, я ему помогаю. Только на работе нужно быть очень осторожной. Черт, а что тебе было нужно? Давай, не будем углубляться в это дело. Кто этот парень вообще? Он занимается торговлей людьми. Торговлей людьми? Как рабами? Да. И кажется, он следит за этой девушкой. Она пошла быстрее. Думаешь, засекла его? Не останавливайся. Давай узнаем, что с ней будет. Похоже, какое-то место преступления. Он его убил. И вот эти люди схватили моего брата. Ее забрали. Стой. Он что-то уронил. Привет. Дженни, ты можешь по телефону узнать, где был человек в течение дня? Да, но придется подождать. И нужна копия его сим-карты. Я ее пришлю. Освободим моего брата и заодно разберемся с этими гадами. Значит, ты хочешь, чтобы я врезала этим уродом в трениках, да? Ну, да. С удовольствием. Просто покажи, в какой они стороне. Кстати, Дженни супер. Позвони ей, есть инфа. Шейн, я не вижу тут твоих людей. Акулы выбили их, окружили у паромной станции. Им пришлось бежать. Сколько против них бандитов? Куча. А что, снова хочешь поиграть в старуху с косой? Обновить число убитых? Я делаю это ради Брента. Да ладно, я же тебя видел. Широкая ухмылка на морде, яростный взгляд. Ты кайфовала. Я в норме. Мои парни засели за одним из грузовиков. Защити их, и когда Дженни взломает тот телефон, мы вместе пойдем выручать твоего брата. Thank you.
Отлично, киллер. Я тут соберу выживших, а ты двигай на второй фронт. Фронт? Это что, война? Ну, типа. Мы с тобой украли оружие. Я раздал его своим людям, они стали вышибать двери, искать Брента, и акулам это, естественно, не понравилось. Это война банд, и ее начала ты. Ладно, я вам помогу. Брось, не злись. Мы всех порвем. И когда Брент вернется... Это не значит, что наше сотрудничество закончится. Мы с тобой на пару... Мы горы свернем. Целые горы очень-очень дорогой наркоты. Ни за что. Десс скоро будет здесь. Если я окажусь в Кердон-Кей, то не вызволю брата. Займись Брентом. Да, мэм. И да, это ты... Мой ангел смерти. Часть лазерного шоу. Похоже, ты разошлась. Давай им прикурить. У меня мороз по коже. Я просто пытаюсь помочь брату. Кайф я от этого не ловлю. Мы с ним совсем не такие. Понятно. Не хочешь, чтобы Брент узнал, какая ты на самом деле? Ангел смерти, которого я так сильно люблю. Брент обо мне заботится. Когда люди видят, что я творю такое, у них крыша едет. Я не хочу его потерять. Если твой брат помогает тебе не слететь с катушек, тогда держись крепче. Женя взломала телефон акулы, и теперь мы знаем, где они держат заложников. Ты серьезно? Когда будешь готова, встретимся у кофейни на Мэдисон. Пора действовать. Снова ехать на крыше? Да ты джентльмен. Ну, в прошлый раз все сработало. После адской вздрючки, которую ты им устроила, они будут злые. Загнанные в угол крысы опасны. Спасибо, страшила мудрый. На пикапе! Эй,
Страшила, не забывай жать на газ. Ладно, мы все пристегнуты, кроме тебя. Пара таких дел, и город будет наш! Найдем приз. Тогда скажи своим не лезть вперед. Не хочу кого-нибудь подстрелить. Ха-ха, разумеется. На этой шахматной доске королева ты, и мы это знаем. Где мой брат? Здесь нет. Он должен быть где-то здесь. Тут все контейнеры набиты людьми. Здесь его нет. Сейчас! Мне некогда с этим разбираться. Шейн, у тебя есть люди рядом с южной станцией монорельса? Бренту нужна помощь. Да не вопрос, я разберусь. Я скоро буду. Когда я бежала к Бренту, мне было хорошо. Рядом с ним я как будто дома. Перестаю сходить с ума, паниковать и цепляться за воспоминания, просто чтобы успокоиться. Он моя опора. Я мечтала снова увидеть его. Сестра!
господи. Иди сюда. Привет, брат. Очень каких жаль, сил? Крошка, но работа еще не кончилась. Я отпущу его только, когда в городе все наладится, обещаю. Андра, стой! Скаута. Не делай так. Еще парочка заданий. Ранера. Нет, нет! Я снова сходила с ума. Нужно было найти воспоминания, пусть даже самое плохое, чтобы держаться. К бездомным относятся как к тараканам. На тебя всегда смотрят косо. А потом была первая доза. И оказалось, что быть тараканом неплохо. За эти ощущения мы были готовы на все. Брент понимал, куда все идет. Он не хотел, чтобы я пропала вместе с ним. Но я уже подсела. Мне это было в кайф. Я не могла остановиться. Не могла. Мне был нужен контроль. Шейн забрал Брента. И меня понесло. Похоже, что ваше тело устояло и одарило вас новыми способностями. Да, похоже. Хотите их увидеть? Давайте, попробуйте меня взять!